Вниз падают. Чистить будем. Сейчас. Рисуем рисунки до сих пор. Дед Мороз. Что только не нарисовали. И танк. И этот, как он называется? Кран. Где я возьму его кран? Мне на кран еще лет 10 работать надо. Одно колесо. Застучали. Переходите на новый влог. Там видео другие и новые. Будете следить за мной, наслаждаться мной. Какая я неотразимая королева. Зарина! Подойди, пожалуйста, ко мне. Доча. Иди ко мне сюда, мой солнышко. Поздоровайся с людьми. Здравствуйте. Можешь потаскать, дай свою корону? А ты не готов с катарта. А ты не готов с катарта. Только что покушал тортик, попозднее, ладно? Я еще хочу тортик. Ну давай, сейчас я картошку туда дочищу и дам тебе тортик. А ты пока рисунок дорисуй. Я его почти дорисовала. Я его вот эту конверсию. Ты что нарисовал? Неси, показывай. Ух. Мне задом напьет. Я хочу сначала посмотреть сама. Разобрать, где Дед Мороз все-таки у нас. Вот. Дед Мороз красненький. Да. Как он старался. У него... Потише, потише. Нет, ты говори, но в полголоса орать не надо, чтобы соседи слышали. Они тоже напишут Деду Морозу письмо, потому что тебе подарок не достанется ни хрена. Мы втихушку это пишем. На машине не ездит. Подожди, Зарина, он тогда уж расскажет. Видишь, не терпит, просто у него судороги начались. Подожди, говорю, он да расскажет. Видишь, у него судороги. Он не ездит на машине. Он на оленях летает, скачет. В ТикТоке? Чё в ТикТоке, там не верь. Он ТикТок смотри. У него Дед Мороз на машине ездит. Нет, у него там же было. Дед Мороз на оленях летел. Видишь, он говорит, что у него он летел, а потом на машину пересел. На такси. Давай, теперь, Зариночка, ты рассказывай. Что прочитаем? Вот это вот. Ну, тут мне надо расшифровывать, Зарин, очень долго. Ты уж сама мне прочитай, пожалуйста. Я не умею читать. Как ты не умеешь читать? Ты же умеешь по слогам читать? Давай, вспоминать буду. Я в ютубе вспоминала, как записать. Из мороз, дорогой Дед Мороз, борода звать. Ты подарки нам... я сам зачитала. Ты подарки нам принес? Нет, я только вот это написала. Дед Мороз, борода из ваты. Дальше пиши. Ты подарки нам принес? Нет. И тут Дед Мороз. Тут чехол для телефона с авокадом. Хорошо, поглядим мой твой телефон. Дед Мороз красивый. Чехол. Покажи рисунок поближе. Вот. Это чехол для телефона, это Дед Мороз. Молодец, Зарюшечка, умничка. А тут моя. Елка.
Я корону потаскаю, тебе отдам обязательно. Если не привыкну к ней. Ладно, я сама сейчас тут возьму. А он высоко, ты его уронишь. Зари, ну подожди чуть-чуть. Капельку хотя бы. Ну, пожалуйста. Я хочу все осталось. Ну, пожалуйста, будь скажи какую-то камеру на одну маму. Скажи. Одна. Вот, молодец. Иди теперь. Сейчас, блин, у вас такие. Ничего, пожелать своих не дадут. Ай, да. Иди садись на свое место. Проходи. Сразу нельзя было поесть и все. Все. Это собирайте. Держи ложечку за руку. Опять скачет. Мама. Скакун, блин. Мама. У нас не дома скакуны, блин. Мам, я видел в окне с этой, кто-то ехал на той машине, которая в ТикТоке, на той машине, с гирляндой? Да. Куда они ехали? Ну, они с той стороны, правой, то есть с назадой ехали, а потом вперед ехали. Да? Да. Это, наверное, Дед Мороз. Не знаю. Посмотрим. Еще раз. Я пойду посмотрю. Пойди, погляди. Может, там еще Дед Мороз за окном. Посмотри, Максу. Проверь, кто там. Мама, еще одно слово. Купи мне завтра еще одну камеру. И вот... Чтобы наблюдать. Нам, мы и так все уже в камерах. И в подслушках тут сидим. И вот флешку я оставлю. И вот... И новый телефон мне купить. И там была флешка туда ставить. И флешку купи мне. И вот ставь ее туда. И буду сидеть за Дедом Морозом. Установи мне... Установи мне там за дверью, вот, чтобы увидим, где мое зовут. Я буду вот под кроватом, чтобы испугать. А ночью приходишь, чтобы его никто не видел, Дед Мороз. Я буду смотреть за Дедом Морозом наблюдать. Это буду остановить, чтобы увидеть. И все. Потом вот все. Будет Дед Мороз испуганный. И все вот. Дед Мороз будет испуганный? Да. Кого он испугается? Ну вот. Бабайки. У нас что, есть бабайка? Да. Кроме тебя никакой бабайки нет и меня. Кого еще пугаться? Да, корону в камере. Но и вот и эта красная кнопка бабайку вызовить. И вот так нажал я на нее, и бабайка появился с ее. И он сам-то вот. Нас бабайк, он там хватает. Максу, хватит жить бабайками. Надо жить хорошими, не бабайками. Иди еще что-нибудь нарисуй, машинку какую-нибудь. Вертолетик, самолетик. Я вертолетики не могу рисовать. Иди меня нарисуй тогда. Я тебя не умею. Я тебя, говорит, не умею. Глаза да ноги. Чем я рисую? Нарибоваться-то прям с собой не могу. Такая я принцесса. Вообще. Шикардос. Шикарный шикардос я. Сама себе завидую. Уродилась же красавица на свете. Прям героиня. Мать.
сидит, картошку чистит. Ой, беда, блин. Мама, можно, пожалуйста, молодец взять? Нет, я полы только что помыла, вы за собой не подбираете. Все. Я у вас день хожу и прошу, чтобы подобрали за собой. Я обещаю, все перебью. Людям пообещай тоже. Я перебьюсь. Молодец. Так-то им по барабану, переберешься ты или нет. Ну, все-таки у нас же не только бабайки там сидят, еще и адекватные человеки есть. По двое только дома в том доме. А ножницы у Зарины, похоже, нету их здесь. Вот это есть старые. На, вот эти возьми. А те найдете мне, верните. Кухонные. Нечего брать. Зарина. Долго придется чистить. Я на соус хочу сделать. Мелкая мне. Дочищать надо ее. Опять бежит. Я не дал Дарины. Хорошо. Ну ладно, я уже дочищу без вас. Можете идти пока по своим делам. Спасибо. До свидания.